Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в Песчанокопском, в Ростовской области, где совсем скоро стартует последний матч 15-го тура МЛБЭТ первой лиги сезона 24-25, в котором на стадионе имени Ивана Платоновича Чайки Чайка примет Арсенал. Знаковая дуэль двух знаковейших тренеров для лучшей лиги мира. Стартовый свисток для главного арбитра Сергей Чебан. Последний матч 15-го тура МЛБЭТ первой лиги. Чайка Арсенал только что стартовал. Помогают Сергею Чебану Александр Приходько, Ярослав Калиниченко, резервный Андрей Зубов, инспектор Виктор Клепиков, делегат Руслан Киселев. Меня зовут Сергей Курманов. Первые минут 15-20. И давление это многие очки приносило. Впрочем, Александр Стражук абсолютно прав, когда подчеркивает, сколько очков команда набрала в прошлом сезоне и сколько в нынешнем, к 15-му туру. Удар в ближний угол. Михаил Левашов мяч зафиксирует обязательно. Может быть, не с первой попытки, но эта атака нам в очередной раз показала, что нацеленность на ворота будет сегодня очень серьезная. И Александр Хохлачев сегодня в старте. Хороший перевод от Янова направо. Пелик прорывается в штрафную. Пелик с мячом. Пелик далее двигается, напарывается на голкипера. Падение. И что в итоге? Выбрасывает мяч экс-защитник волгоградского ротора Данил Пелик, реагируя на жест Сергея Чебана. Мы видим мощный удар. Маляров, разбег, удар, застревает мяч в сетке. Добивание, гол! 1-0, Чайка! Владислав Руденко! Ну что же, тем интереснее, особенно с учетом того, что у Арсенала с голами проблемы имеются. Но тут же опасная атака с передачей. И, пожалуйста, мяч в сетке ворот. Сравнивают счет тулики спустя несколько секунд после пропущенного гола. Максим Дурищев. И добравшиеся до Песчанокопского поклонники Арсенала зажигают за воротами Михаила Штепы. Максим Турищев забивает во втором матче подряд. Он зарабатывает для команды очередной стандарт. Подача, даже наброс на ворота, мечется мяч и отскакивает, как бы даже не от ноги Ткачева выше ворот. Дробил мяч по полю, словно камешек по водной глади, чем смутил все-таки Левашова, который его не зафиксировал, отбил перед собой. В атаке Арсенал. Здорово, Турищев! Турищев! Все было красиво, здорово. Двоих развернул, проскочил, вышел на ударную позицию. Пробил опять-таки со штыка. Яркости по эмоциям, по опасности, по нацеленности на ворота, по темпу более чем соответствует и премьер-лиге. Почему нет? Касание, здорово. Выход на ворота, в касание, удар в штепу. Отправляет мяч Дурищев. И вот теперь уже, наверное, уместно вспомнить про те разговоры, которые и Александр Сторожук вел на пресс-конференции после игры Сочи, поднимающиеся из-за гор солнце. А Сторожук карьеру тогда завершал. Вот это опасная атака. Вот Чайки, прострел, касание, удар, это гол! 2-1! Данила Янов! После аута проскочили, просочились и простенькую двоечку провели с фланга в центр. Данила Янов, гол! 2-1, Чайка! А сегодня тем паче такой матч, такая вывеска и такой соперник. В атаке тулики, разворачивается Турищев. Прострел опасно, можно развернуться и пробить. Вот он, удар Штепа! Да, в него, но сквозь толпу, и мог вполне не видеть этого удара от липового Штепа. Но главное, что среагировал. Хорошая атака, острая атака снова. После вот этой атаки продолжим. Чуть назад передача. Заброс. Неплохо скачет мяч. И остается у Туликов. Гилоян пытается развернуться. Гилоян. Пауза. Удар в Кармаева. Еще удар и гол! 2-2! Максим Турищев! Классный матч. Одно удовольствие было смотреть, одно удовольствие было комментировать матч двух близких по возможностям именно игровым футбольным команд. Матч, который завершается в ничью 2-2. Пятый подряд ничейный результат для Арсенала. Спасибо!